решил немножко похвастать. Вот мои первые 100 киллов игроков. Эти PC. PC kills 100. PC deaths 37. Ну, половина из них из-за того, что дефендеров, баг есть такой дефендер, если они убиваются часто, то потом это уже идет в PC deaths. За раунд, они вас точно убьют, или босс кто-нибудь, или все там, у них огромнейший дамаг, их хп немерено. Раз или два они вас точно убьют. То есть половина из них это от дефендеров, от NPC. То есть. В общем, 100 где-то. 100 плауэр киллов. 15 плауэр смертей. Ну и 5 боссов киллов. Его тоже не так-то, двух боссов не так-то просто убить. Ну, дефов легко убивать. 400 дефов, почти 500 уже. Килл рейтинг почти 100 тоже. Кстати, я собираюсь запилить подобный сервер для Unreal Internet 2, уже начал разработку. Но у меня займет не менее, подчеркиваю это слово, не менее полгода это. Может, год-два. Потому что я по чуть-чуть его делаю. В день, насколько времени хватает. Только в начальной стадии еще разработки пару скриптов, на статистику уже запилил там на командные, на PvP, разные скрипты. Можете посмотреть в моей группе на Internet 2. А, да, я вторую часть его собираюсь делать, именно для на Internet 2. Подчеркиваю это слово. Для на Internet 2 будет идти первый Team PvP сервер. Кто-то же должен создать. Тем более русские. Надеюсь, потом найдется хостинг заинтересованный, кто запустит этот сервер у себя. И потом нужна будет поддержка игроков других, чтобы тестить с кем-то, потестить. Нужен будет второй человек. Но это еще ближе к середине, наверное, к завершению проекта. То есть еще не скоро.